Сегодня в 16-й школе прошла историческая познавательная викторина «Герои земли Владимирской». Она была организована в рамках одноименного регионального проекта. 46 вопросов, 7 туров и только 40 секунд на ответ. В яркой и эмоциональной борьбе приняли участие команды с 9 по 11 класса из разных школ города. На игре побывала и наша съемочная группа. Историческая викторина «Герои земли Владимирской» состоит из 7 туров, 6 из которых посвящены ключевым личностям и событиям, связанным с нашей областью. Сегодня в игре принимали участие 11 команд и 55 участников из 12, 13 и 16 школы. Ребятам предстояло ответить на многие вопросы, в том числе и о подвиге святого благоверного князя Александра Невского. В этом году отмечается 800-летие со дня его рождения. По словам участников, квиз-игра – это оригинальный интересный форум подачи информации об истории своего региона и людях, его прославивших. Целью нашего мероприятия является сохранение памяти, так как историю родного края надо знать. Мы также пройдемся по историческим фактам Гастелло, героя нашего города. Ну и пройдемся по краткой истории всего нашего края, некоторым известным личностям, гербам городов. В каждой территории нашей области есть свои знаковые исторические личности. Отдельный блок вопросов был посвящен именно им. В ходе игры школьники вместе находили ответы на сложные вопросы, обсуждали темы. Самый сложный вопрос для нас был – это продолжить фразу из фильма. Так как мы не смотрели этот фильм, мы не знаем, какая дальше фраза следует. Пытаемся угадывать, пытаемся настраиваться на игру, играть, пробуем. Все вроде получается, результаты пока что радуют. Все, в общем, хорошо. На уроках нас учитель готовил, сами дома готовились по подготовленному материалу, который нам дал учитель также на уроке. Можно сказать, что все участники игры стали победителями. Кто-то проверил свои знания, а кто-то их вновь приобрел. Призовой сертификат «Интеллектуальное лото по истории Владимирского края» получат все команды. Итогом проекта, который реализуется Владимирскими ведомостями вместе с «Единой Россией», станет голосование за лучшего героя, который пройдет с 24 по 30 мая. Образ победителя увековечат в том районе, с которым он связан. Граффити-портрет украсит одно из зданий муниципального образования. Вадим Уколов, Александр Симонов. Наши новости.